Witam Państwa na kolejnym filmie z cyklu Chronologii według Fomienko i Nosowskiego. Dzisiaj mamy kolejną argumentację. Kto jeszcze nie zajmował się tym tematem, to zapraszam. Z drugiej strony jest taka sprawa, że Państwo pytacie o to, kiedy tego diabła wypuszczono i po czym to widać. To dla Państwa mam link w opisie do filmu, który to pokazuje, co po co i dlaczego. Uzasadnia. No i od tego momentu, od tego końca XVIII wieku cofniemy się 1000 lat według Apokalipsy i mamy miejsce chodzenia po ziemi Chrystusa i mamy miejsce, czas, kiedy diabła zamknięto w otchłani na zewnątrz ziemi. No to tak pokrótce. Zapraszam do filmu i do opisu do tego linka. Proszę sobie wyrobić zdanie i to tyle. Także dziękuję i na razie. Илик приходит к поразительному открытию. Архитектурных сооружений, описанных в хрониках о 7, 8, 9 веках, сейчас не существует. Ни храмов, ни монастырей. Неужели все до единого разрушены? Археологи не смогли найти ни единого камня, оставшегося от этих зданий. Они не могут даже показать место, где они стояли. Поэтому все так сложно и драматично, когда мы начинаем анализировать эти данные. Но самой сложной задачей для нас оказался Аахен. Там есть Аахенский собор, который считается дворцовой часовней Карла Великого. И там мне пришлось сильно постараться, чтобы доказать, что это сооружение никак не могло быть построено в 800-х годах. Когда я это сделал, пал последний бастион. Можно с уверенностью утверждать, что с точки зрения археологии империи Карла Великого не существовало. Хериберт Илик приводит еще массу доводов в пользу своей версии о приписанных 300 годах. Среди них и история с куда-то исчезнувшими монашескими орденами. После Большого Перерыва, как раз примерно в 3 века, основываются ордена. Францисканцы, доминиканцы, сервиты, августинцы. А искусство, которое, как правило, всегда остается в наследство от каждой эпохи, в этот период как будто бездействовало. Например, странной выглядит ситуация с мозаикой. Последние античные созданы в 7 веке в монастыре Святой Катерины на горе Синай. А следующие венецианские мозаики относятся к 1018 году. Что же в промежутке между 6 и 11 веком? Технику мозаики забыли? Это хороший повод сказать о проблемах традиционной хронологии, поскольку каким-то образом знания были потеряны или снизились во время темных веков. Это противоречит интуиции. Получается, что, к примеру, военные знания, которые были у разных народов, что, они просто потеряли их? Возможно ли это? Может быть, это просто ложная интерпретация средних веков и темных веков? Может быть, этого периода не существовало? Может быть, это просто наша ошибочная хронология? Флорин Диаго посвятил не один год исследованиям истории средних веков на предмет возможных ошибок в летоисчислении. Результатом работы стала книга «Потерянное тысячелетие». Идея потерянного тысячелетия в том, что есть сомнения в традиционной хронологии. Так ли все было, как говорят историки, или нет? Единственная проблема – можем ли мы интерпретировать события именно так, как они упоминаются в документах? Или же нам следует воспринимать их с должной долей сомнений? Интересные сведения, в свою очередь, приводит историк из Германии Хериберт Илик. Он обнаружил уникальные материалы о королевских династиях в Польше и Швеции, которые подтверждают версию о том, что в истории существуют периоды без событий. Исследования показали, что в 18 веке, эпохе Просвещения, польский король пожелал узнать, какие из польских королей настоящие. Нужно было провести расследование. И результаты расследования показали, что всех королей до 920 года, а их было около десятка, нужно вычеркнуть. Лишь с 920 года начинается официальная королевская династия. Кто был до этого, поляки сами не знают. То же самое в Швеции. Генеалогические списки начинаются с Карла VI. Возникает естественный вопрос, а где Карлы с 1 по 5? И опять речь идет о таинственных веках, 7, 8, 9. Но ученые из МГУ не столь категоричны, как немецкие исследователи. Они не исключают из российской истории правителей, а передвигают их на другое время. Ну, например, пришествие Рюрика.
начало русской истории. Оно переносится с 9 века на самое начало 13-го. Противоречия и неясности, связанные с ранним средневековьем и последующим летоисчислением, выявляются при анализе многих документальных источников. И они подтверждают версию о сфальсифицированном времени. То все-таки ученые должны как-то разобраться в этом вопросе. Вот. Потому что, ну, количество уже, так сказать, накопленной информации вот, о всевозможных исторических ошибках, всевозможных хронологических перестановках таково, что ну, уже не обращать на это внимания нельзя, мне кажется. Если теория Хериберта Иллига верна о трех лишних веках, то возникает вопрос, как осуществили махинацию в масштабе континента? Посвященных было немало, но странно, что при этом никто не выдал тайну. А самое главное, как получилось, что жители того времени, когда произошла махинация, во все поверили? Ведь они, по сути, в один момент стали жить в другом временном периоде. Вчера был 614 год, сегодня 911. Как удалось немецкому императору Аттону III и римскому папе Сильвестру II заморочить голову своим современникам? Выясняется, что все не так и сложно. Обычные люди, конечно, вообще ничего об этом не знали. Они не вели счет от Рождества Христова. Они говорили, 5 лет назад, при старом графе. 7 лет назад был страшный голод. Время измеряли такими масштабами, мелкими. Ученые, конечно, относились к этому несколько иначе. По мнению Хериберта Иллига, средневековые фальсификаторы придумали хитрый трюк. Они воспользовались тем, что как раз происходил переход от одного летоисчисления к другому. По постановлению Первого Вселенского Собора Дионисий Малый вычислил новые пасхали, то есть составил ежегодный календарь празднования Пасхи. Тогда впервые была указана дата новой эры – 525 год от Рождества Христова. Потребовалось не одно столетие, чтобы этот счет лет стал в европейских странах общепринятым. К началу правления Аттона III летоисчисление от Рождества Христова уже широко вошло в обиход, и все даты нужно было пересчитывать по-новому. Император перехитрил современников. При переходе дат из старого летоисчисления в новое он и прибавил эти лишние почти 300 лет. В итоге история растянулась, но в большей степени она увеличилась после создания первой глобальной хронологии. Это произошло в 16 веке. Не исключается, что при этом осуществлялось исполнение политического заказа, которое вылилось, по сути, в мировой заговор. Были подтасованы все исторические факты. Я думаю, что вся античность сфальсифицирована, если уж на то пошло. Я так думаю, потому что она надумана. Она надумана таким образом, как это было удобно Скалигеру и его коллегам, понимаете? Обвинения звучат в адрес Иосифа Скалигера, основателя существующей хронологии. Именно по ней выстроена официальная история, та, которая изложена в школьных и других учебниках. Проблема в том, что определенные исторические события, которые он использовал для датирования разнообразных исторических войн или коронаций, иногда расчеты в его время и до него не могли быть сделаны очень тонко. В конце 16 века Скалигер составил таблицы, в которых описал всю мировую историю в датах. До него цельной хронологической картины не существовало. Он первый расположил исторические события на единой временной шкале. Конечно, это стало большим шагом вперед в систематизации истории. И это тот календарь, по которому мы живем до сих пор. Но оказывается, что еще с первых моментов его опубликования к этому календарю были предъявлены претензии. Например, Исаак Ньютон был одним из тех, кто серьезно нападал на его теорию. И он утверждал, что история Греции, к примеру, должна быть на 300 лет короче, чем принято считать. Скалигер проделал сложную работу. Нужно было собрать огромное количество источников, касающихся датированных событий.
свести их воедино, сопоставить, выстроить. А период анализа огромный, с конца 16 века и до того момента, как появились хоть какие-то сведения о жизни людей на Земле. Проблема в том, что в Библии, которая была первым объектом исследования хронологов, в Библии есть разнообразные события, которые как минимум не просто представить. Определенные люди, которые жили 7 или 8 сотен лет, или 900 лет. И эти вещи воспринимаются всерьез в определенной библейской хронологии, на которой основывается традиционная хронология. Никто никогда не видел никого, кто жил бы столь долгие жизни. Можем ли мы принять эти вещи всерьез? Флорин Диаку уверен, что календарь Скаллигера, по которому мы живем, нельзя назвать точным, поскольку за основу были взяты недостаточные и запутанные сведения. Но главное обвинение, которое выдвигается в адрес Скаллигера, это исполнение политического заказа при создании глобальной хронологии. История всегда связана с политикой. Вот политические условия в то время были таковы, что была создана такая хронология. Это было время острого противостояния Западной Европы и Османской империи. Вся хронология была, сводилась к тому, чтобы Османская империя забыла свое прошлое, забыла все достижения, как мы говорим, античного периода, то есть византийского периода. Это похоже на очень крупный заговор. По мнению исследователя, написание Скаллигером хронологии не случайно совпало с тем периодом времени, когда активно принижались заслуги Османской империи, наследницы Византии. И все военные победы, достижения светской культуры, скульптура, живопись были вычеркнуты из любых документальных источников и не внесены в хронологию Скаллигера. В Византии остались только религиозные произведения. Сказали, что религия имела такое большое значение для византийского общества, что византийцы ни о чем другом не думали. Например, существует эротическая византийская литература. Вот. Но никакого эротического византийского искусства не может быть, нам говорят. Понимаете? Например, существует византийский рыцарский роман. Вот. Но историки даже скажут нам, да вы что, в Византии рыцарей не было. Византийскую историю очень обеднили. Если согласиться с предположениями исследователя, то куда отнесли все достижения Византии? Повезло более ранним временам. Все хорошее, что было в Византии, приписали Древнему Египту, Древней Греции, Древнему Риму. Все богатство науки, искусства, все, чем сейчас в официальной истории славится античный период, было умышленно, ошибочно изложено Скаллигером в его трудах по хронологии.